Недавно Верховный суд России разъяснил ряд положений о защите нематериальных благ и в том числе о правилах использования фотографий. Рекомендовала бы всем ознакомиться с поправками в Гражданский кодекс, которые вступили в силу осенью 2013 года, поскольку это касается каждого из нас. Здравствуйте, я Александра Мяхонова. Мы хотим напомнить о некоторых правилах, которые необходимо соблюдать при фотографировании, особенно публичных людей и в общественных местах. Сегодня за одну минуту во всем мире делается больше фотографий, чем почти за весь 20 век. Фотоаппарат встроен практически в каждый мобильный телефон, а мода на селфи и Инстаграм только подстегивает людей фотографировать буквально все вокруг себя. Делается это не только, чтобы сохранить снимок на память, но и для того, чтобы выложить его в интернет. Практически у каждого пользователя социальных сетей на странице можно обнаружить фотографии. Если на них изображены люди, то такой снимок может затрагивать их права. Использовать такую фотографию для всеобщего обозрения можно только с согласия человека, изображенного на ней. Но из этого правила законом предусмотрены исключения. Практика применения данных норм стала объектом изучения Верховного суда России. Его выводы были приведены в постановлении Пленума суда. Первое, на что обратил внимание Верховный суд, это на использование фотографий известных людей. К ним суд отнес политиков, деятелей культуры, искусств, спорта и других публичных сфер. В постановлении Пленума таких людей назвали публичными фигурами. Изображение известных личностей законом разрешено выкладывать в сеть без их согласия. Но только при условии, что на них люди занимаются своей публичной деятельностью, и эти фотографии несут политическую или общественную значимость. Частная жизнь публичных персон охраняется так же, как и у остальных. Поэтому для всеобщего доступа фотографии личного содержания можно выложить только с их согласия. Некоторые представители СМИ опасались, что закон серьезно затруднит работу журналистов, которые не смогут ни фотографировать людей, ни собирать информацию про должностных лиц. Но профессионалы достаточно быстро приспособились к новым условиям. Больше проблем доставляют нынче любители. Интернет давно стал площадкой для творческой самореализации. Сделать фотографию под силу любому человеку с мобильным телефоном. Да и фотоаппараты, о которых несколько лет назад фотографы-любители могли только мечтать, уже стали доступны каждому. Неудивительно, что в социальных сетях почти у каждого пользователя на его страничках можно обнаружить фотографии. При этом любой может скопировать их к себе, или же, как принято говорить, репостнуть. Тему репостов не обошел и Верховный суд, а точнее вопрос о том, можно ли скопировать чью-либо фотографию, которая размещена в сети. Суд решил, что если на сайте предусмотрена функция репоста, а пользователь сам выложил на таком сайте свою фотографию, то это автоматически означает согласие на дальнейшее использование его изображения другими пользователями социальной сети. Поэтому нужно быть готовым к тому, что кто-то скопирует к себе на стену ваш снимок. Например, просто потому, что вы сами его выложили к себе на страницу. Вашего мнения в таком случае могут не спрашивать. А вот выкладывать в сеть фотографии других людей по-прежнему возможно только при наличии согласия. После теракта в Лондоне несколько лет назад обратила внимание на то, что фото прохожих появились в интернете только через несколько дней. Все лица были заретушированы. Массовые мероприятия притягивают толпы людей. Не обходятся они и без внимания фотографов. Да и сами зрители не отказываются от возможности сфотографировать происходящее на камеру. Нетрудно догадаться, что многие снимки оказываются и в сети интернет. Верховный суд разъяснил такое положение вещей с правовой позиции. Снимки в публичных местах, на массовых мероприятиях, открытых для всеобщего посещения, из мест с общим доступом разрешено выкладывать без всяких исключений. Даже если в кадр попадают люди, то их согласие здесь не требуется. Если основной целью фотографии было снять само мероприятие или общественное место. Однако, если центральной фигурой фотографии становится сам человек, то несмотря на то, что снимок сделан в публичном месте, согласие этого человека на обнародование обязательно. Теперь, видимо, фотографам придется значительно сложнее фиксировать знаменитости и публиковать их фото, даже сделанные в общественном месте. Весной этого года присутствовала по приглашению профессора Ватиканского университета на мероприятиях, связанных с окончанием учебного года. После литургии в одном из красивейших соборов Рима в аудитории вуза преподавателей и приглашенных поздравил ректор. Затем был фуршет, на котором присутствовало несколько сотен человек. Отметил, что ни один человек не делал фотографии. И самое главное, никого не надо было предупреждать. Это аксиома для людей такого уровня воспитания и образования.
Долгое время множество вопросов вызывало выкладывание в сеть коллективных фото. Если на снимке изображены несколько человек, то нужно ли согласие каждого из них? Верховный суд решил, что не нужно, при одном важном условии. Из содержания фотографии должно быть очевидно, что все ее участники понимали, что их фотографировали, а не попали в кадр случайно. Если же такой уверенности нет и по позе людей понятно, что они явно не собирались фотографироваться, то такой снимок нельзя публиковать без их согласия. Если же все изображенные на снимке люди очевидно именно фотографировались все вместе, то любой из запечатленных на снимке людей вправе без дополнительных согласий других участников фото выложить его в интернет. Единственное исключение – снимок не должен затрагивать чью-либо частную жизнь. Для его публикации обязательно потребуется согласие человека в кадре. Судебная практика последних лет свидетельствует, что очень многие из нас не осознают, что понятие «частная жизнь» не отвлеченное понятие, а реалия нашей жизни. И право на нее охраняется и гражданским, и уголовным законодательством. По последним данным, в российских социальных сетях зарегистрировано более 70 миллионов человек. Виртуальная жизнь уже стала неотъемлемой частью жизни реальной. Поэтому и к своей активности в социальных сетях нужно относиться с не меньшим вниманием. Даже в сети интернет каждый из нас обладает правами, которые нужно уважать. Например, правом на свое изображение на фотографии. Любое фото несет в себе самую разную информацию об изображенных на них людях. Далеко не каждый захочет, чтобы такая информация стала известна всем. И закон в этом вопросе на вашей стороне. Он защищает право человека на неприкосновенность частной жизни. А фотографии – часть не только виртуального, но и личного пространства каждого из нас. И каждый вправе оберегать его всеми законными способами.
Подводя итог, мы вновь хотим напомнить: лучше учиться на чужих ошибках, чем совершать свои. С вами была я, Александра Мяханова. До новых встреч!